Мамуль, вот здесь вот занимается гимнастикой. Я тоже хочу. Хорошо, солнышко. Так, кто тут главный? Я вам звезду привела. Будет вам золотые медали завоевывать. Здравствуйте, а вы немного опоздали. Видите ли, на гимнастику нужно записываться с 3-4 лет. Вашей девочке уже будет сложно. Мам, я хочу! Что? Моей солнышке тяжело? Да не смешите меня, у нее дар от природы. Ой, это интересно. Пусть ваша дочка продемонстрирует свои способности. Пусть покажет шпагат. Давай, Лизонька, покажи. Мам, ну я же не... Давай садись, не позорь меня. Ну как, берете меня в гимнастику? Нет, девочка, извини. Мама, у вашей дочки нет никакого дара. Растяжка абсолютно отсутствует. В нашей продвинутой группе ей будет очень тяжело. Вот там вот в соседнем зале записываются на танцы. Подходите к ним. Что? Вы что, считаете, что моя дочь неспособная? Понимаете, вашей дочери никогда не стать призером всяких соревнований. Мы здесь готовим настоящих спортсменов, а ради хобби мы не учим. А я так хотела! Это же моя мечта! Да как вы смеете такое говорить про мою доченьку? Да она тут лучше всех! Толя! Чё такое? Эта мымра не хочет нашу доченьку брать в группу к ним. Говорит, видите ли, она не дотягивает по уровню. Слышь, коза, я не понял, а чем это моя дочь хуже вот этих вот? Понимаете, наши девочки занимаются тут уже несколько лет. Они умеют намного больше, чем ваша дочь. Ей их никогда не догнать. Да мне пофиг, что умеют твои девочки. Чтоб моя была не хуже их, усекла. Или я по-другому с тобой говорить буду? Я не могу принять вашу дочь. Слышь, я твой адрес узнаю, и ты пожалеешь. Я поняла. Ваша дочь принята. Приходите завтра. Ура! Я буду заниматься гимнастикой! Ну что, как проходит первое занятие моей любимой доченьки? Не поняла. А чё это моя доченька плачет? Понимаете, просто ваша дочь... Я чё, с тобой общаюсь? Я вообще-то с Лизонькой своей говорю. Лизонька, солнышко, тебя эта тётка обижала, да? Ну почему у всех получается, а у меня не получается? Дело в том, что наши девочки занимаются уже 3 года. Они очень многое умеют, а у вашей дочери это пока не получается. Для того, чтобы у нее вышло, нужно очень много времени и упорных тренировок. Я не хочу тренироваться, я хочу сразу все уметь. Но так не получится, без труда не выловишь и рыбку из пруда. Значит, ты хреновый тренер, раз ничему мою дочь не можешь научить. Просто Лизе необходимо долго и упорно заниматься. Не хочу я заниматься, гимнастику не хочу, все, мне надоело, не хочу. Хорошо, Лизонька, пойдем на танцы запишемся, а ты в гимнастике вообще не шаришь. Жалко Агнесу Валерьевну, надеюсь, они у нее тоже долго не задержатся.